начинается. Сразу стеснение. Расскажите, как проходит полет. Ужасно. Почему? Потому что я хочу спать. Будешь спать? Мы хотим спать. И ты тоже хочешь. Все хотят спать, я хочу спать. Но ты спал. И вы спали. Нет. Да. Я не спала. Ну как это? Ты делала вид усердно 3 часа. Правда, я правда не спала. В общем-то, так летим, да. Ну, а ты как прокомментируешь все события? Не комментируешь? Без комментариев. Девочки стесняются. Юлили, сидим за багажом. Фух, ну еле-еле забрали багаж. Пропустили одну единственную точку duty free, где можно было купить алкоголь. Сейчас проходили ужасный, во-первых, фейс-контроль. Вот людей проверяют. Потом. А, мы не могли долго найти, куда идти, куда вообще идти, там, я не знаю, где наши ворота, куда сдавать чемодан, куда сдавать багаж. Нас начали гнобить за то, что у нас там на 2 килограмма больше у всех. Мол, ну, с Украины нормально долетело, а здесь, ну, внутренний доместик трансфер разрешено только 22 килограмма. Вот вокруг китайцы, они ни хрена не понимают на английском. Вообще ни хрена. И я, собственно, ищу, где купить алкоголь, но ничего не могу найти. Это ужасно, господа. Вообще все ужасно. На первое впечатление от Китая. Именно аэропорт, я не знаю, меня высадил. Значит, подходит китаец какой-то, тебе куда лететь? Я говорю, такой-то город. Он, давай билет покажу тебе. Начинает идти, через 5 метров говорит по-русски, говорит, на чай. Я говорю, что на чай, ты хочешь чаевых? Он говорит, да, хочу чаевых. Или нет, спасибо, до свидания. А потом понял, что здесь нет ни табло, где что-то объясняет, ничего. В общем, все рассчитано, весь аэропорт рассчитан на такую рабсилу, рабочую силу, а-ля китайцы такие, которые тебе типа помогут найти нужные ворота, нужные, куда нужно сдать багаж, куда вообще пройти, потому что все на китайском, а то, что на английском, ну это такие базовые понятия, по которым, ну, не совсем все понятно. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Следующий самолет будет 2,5 часа. Будем лететь с Пекина до Нинбо. Посмотрим, чем там будут кормить. Самолет номер 2. Это не фотка, это видео. Всем привет. Самолет номер 2. Теперь Пекин, Нинбо нас ждет. А там нас ждут? Я надеюсь, нас там будет ждать менеджер. Какие стюардесс. Она бежала.
попели, ура! Сразу первым делом все по сигарете. Так, все это видео, чего вы напрягаетесь? Не знаю, как уже три недели снимаюсь. Все нормально. Так что ты там ответил мне сегодня? Что по поводу жратвы? Нормально там или... А ты